Это темп 2. Называется. Бегиева Алина Сверхотарка. На Божьего Мария и Оскар Гражданин. Готовится мужчина весовой категории 85 килограммов. Купочник. Александр Санкт-Петербург. Гасан Автомин. Сверхотарка Гражданин. Татами 1 победу одержала Таня Кушко, там была северо-кавказская федеральная команда. На татами 1 приглашается Яков Завод, сегодня федеральный округ, Сулейманов Умар Хаджа, северо-кавказская федеральная округ. Готовится Тульпаров, южный федеральный округ, Аскладов, уральский федеральный округ. На татами 3 приготовиться спортсменкам Брылякова Елене, Южный федеральный округ, и Румянцева Надежда, Приволжский федеральный округ. Победа одержала Ромашкова Надежда, Центральный федеральный округ. На татами 3 приглашаются Брылякова Елена, Южный федеральный округ, Румянцева Надежда, Приволжский федеральный округ. На татами 3 приготовился спортсменам весовой категории до 73 килограммов. Андар Саян, Сибирский федеральный округ.
и Михайлович Владислав, Центральный федеральный округ. Это не было,